Ребятки, привет! Давно у меня уже не было посылочек, вот приехала еще одна. Тут написано аккумуляторы, и по трек-коду это тоже аккумуляторы. В общем, заказывал из Китая. Сейчас вскроем, посмотрим, что там за сюрприз нам лежит. Аккумулятор BH6, по-моему, не помню, если честно, для Nokia. Или что это? А, это вообще чехол для Lenovo. О, вау. Это не аккумуляторы, оказывается, это чехол для Lenovo. Пластмассовенький такой. Вау, ну тут такая подушечка, но я не ожидал сам. Это для Samsung. Нормальненько так. И тут еще пленочка идет. На этот сам Samsung, айфоновская. Ну, давайте мы ее почикаем, посмотрим. Пленочка идет с этим, с микрофиброй. Нормальненько. Хорошо, хорошо. Я понял, для кого это у меня заказывали. Я даже не ожидал, что это будет здесь. Кстати, там больше ничего нету. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, заказывайте посылочки. Буду очень рад, если вы хотите на видеообзор мой попасть. Всем спасибо, пока!